танка трое. Все, идем, идем дальше. Все понятно с тобой. На зиге. Хорош. А ты зачем его банишь-то, Капрал? Потому что он плохо. Предыдущий раунд меня убили, ты чё? Офигеть, а нельзя, нет? А сколько должно пройти, прежде чем можно стрелять? Вот я вот вижу его, когда можно стрелять или нельзя? У кого разрешение спросить? А если не получается? Короче, меня убивают. Козел, я тебя убил раньше, чем мне разрешили. Сейчас будут кричать. А чё, вот в него нельзя стрелять, да? Почему? Вот почему тебе можно в меня стрелять, слышишь, а мне в тебя нет? Ты чё, типа особенный? Вот я на него смотрю, а он, короче, говорит, не стреляй, а то типа ВХшником тебя назову. Но я не стреляю, а он-то стреляет. Да я вообще не понимаю. Ну ладно, я тебе поддавался. Нифига себе ты читер, ты его с 30-го патрона убил. Еще я в хедшот, вообще 100% читер. Как забанить? У меня Steam. Извини, я не... Блин. Извини, я немножко через стенку в тебя пострелял, а ты вышел и убил меня. Капрал, капрал. Ну, капрал, ну ты же видишь, я когда увижу, что твоя надпись появляется, я перестаю стрелять, чтобы ты не обижался. Я тебе 4 хп оставил, я типа успел, у меня хорошая нормальная реакция. Так бы я тебя убил. Ой, граната в попу. Капрал, тебя походу никто не хочет убивать. Чтоб ты не обзывался. Я теперь понимаю, как он получил звание капрала. А, кинь ему гранату куда-нибудь. Чтоб осколком попу задело. Ой, я слепой. Да, они, мне кажется, все читеры. Я вон 20 патронов выпускаю, не попадаю нифига. У них какой-то чит на уклонение стоит.
Ой, ой, прости, прости, это ты был. Ой, я как бы стрельнул, и ты даже как бы не выстрелил в ответ. Надо было подождать. Ну да, я даже не знаю, что сделать. Сесть на лицо ему, что ли? Чтоб не обижался. Нюхни террористский зад. Капрал, все уже, он не поднимется больше. Ты тоже хочешь нюхнуть, да, там засел? Я подожди, сейчас я подойду к тебе. Вот так. Да, мы умеем. А я еще писать умею. Ты в микрофон говори. Это руки базуки. Охо-хо, я читер. Вообще, я на ходу стрелял, вы видели, я даже не остановился. Это какие-то читы, встроенные в контру. Они автоматически запускаются. Да я вообще не виноват ни при чем. Я нажимаю стрелять, и оно само летит вот. Ровненько по прицелу. Что-то чит дал осечку. Давай, я уже с кухни пошел на кухню брать нож. Видите, какой там? У меня есть такой для нарезки хлебушка. Андрюха тебя колбасит, ты паралитик. Андрюха, ты паралитик. Да я видел людей с болезнью Паркинсона, только они не так тряслись. Давай, я тебя зарежу, выходи. Норм, спасибо за пушку. Ну, отлично, я его пугал, а ты его убил. Водка. Всё, я слышу, он где-то там на длине. Я слышал, у меня слух хороший. Давай, через ящик его. Ну, молодец. Я его почти убил. Я со спутника информацию уже получал, где он там находится. ВХ, ВХ, у меня высокие технологии дома стоят. Нифига себе, ты через стенку стреляешь, так можно?
нас команда собралась сильную, базару нет. Смотри, я сейчас покажу сейчас одну фишку. Вот так вот стоять нужно, вот так вот. И ловить всех, кто будет мимо проходить. Просто они так выходят, смотрят. Оп, один словлен. Оп, второго словили. Ой, это тебя так зовут? Очень приятно, меня Слава. Ну, Капрал... В космос. На то он капрал. Обиделся. Смотри, я сейчас буду... Так, оп. Блин, я думал, это я хедшот поставил. Да я тоже на респауне так стою, думаю, опа. Не знаю, не знаю. Капрала на вас нету. Может мне за КТ пойти? Не, не Капралу не нравится. Я деньги за интернет плачу не для того, чтобы меня в КС убивали. На дне. Капрал, убирайся из ямы. И Капрал, я тебе по секрету скажу, они бомбу поставили. Да, бомба где-то там. Иди, иди к бомбе. Ничего, зато он храбро на нее смотрел. Поздравляю с подчином. А ты настоящий. Капрал всегда недоволен. Капрал убивает и все равно орет. Ты Капрал 228. Спасибо. Ну, я тебя зарезать хотел. Разрезать. Почему? Почему нельзя? Я же взял. Прикинь, я взял. Значит, можно. Тебе сказать, как купить себе ВП?
Короче, нажимаешь B4-6 и можешь брать. Я разрешаю. Нахаль. Я тебе мастер-класс анскоупа покажу. Вот тут я чувствую по запаху. Не, он просто нагадил и ушел. Следы заметает. Насрал в углу, я простреливаю угол, а никого нету. Капрал, ты живой? Походу умер. Не, ну живые разговаривают. Короче, капрал, вот помнишь? Ну, за КТ, да, тут, ты видишь, тут Денчик играет, если Денчик, то... Зато мы сильнее. А мы за десятерых играем, мы очень сильные. Видишь, я даже вообще не участвовал в бою, и всех разобрали. Хорошо, я тебя понял. Короче, это все мои миньоны. Вы когда их убьете, будет встреча с финальным боссом. Я на респауне. Да по-читерски, в голову же. Нормально по-читерски. Ну просто кто-то прогуливает математику сегодня. Короче, я тебя сейчас научу. Берешь левую руку, смотришь на количество пальцев. Берешь правую руку. Левая рука — это команда террористов. Правая — это команда контроль. Считаешь. Когда у тебя количество пальцев совпадает с количеством игроков, бегающих на поле, это называется 5 на 5. Ты на какой руке считаешь? Надо по отдельности. А я с Ютуба. Пять на пять. Капрал, это ты? Блин, повезло. Это судьба. Это судьба. Я даже... Это был нож. Это был нож в твоей заднице. Я даже сесть пукнуть тебе на лицо не успел. Тебя товарищи прикрыли. Ой, слепой. Слепой, слепой, выходи, я слепой, выходи скорее. Ха-ха, я тебя обманул.
стойте, как бы, но ничего не проигрывается. Ну, вот это что? Чтобы я не убивал, да? Ого-го, капрал, смотрите. Я туда не пойду, там капрал. Все, убили, можно идти. Спасибо, ты меня спас. А что, это враг был, да? Я такой бегу спокойно. Конечно, он спиной к тебе стоял. Конечно, изи. Ребята, а где тут заложники? Я слышу их. Ой, это был я? Это я тупой? Я думал, это они. Ой, ща я тебя заминирую. Ребят, может, они патроны забывают покупать? Блин. Да я поддавался, я без монитора просто играю. Ух ты, это Познер? Серьезно, Познер? Я смотрю все твои передачи. И моя бабушка тоже. Там «Вечер с Познером» называется. Капрал, слышишь? Теперь понятно, почему ты проигрываешь. В рот возьми. Что ты там с ним делаешь? Оставь капрала. Да я попал, убейте. Да я в него попал через стенку. Я все. Спасибо. Мы будем сидеть на базе и никуда не выйдем. Прострел просто. Да, я живой, я еще пока живой. Ну что, на штурм, ребята? Ой, Денчик, снайпер. Да без разницы, что не дан потеряет. Ну, конечно. Выбьют. Спрыгнул. Я
Братуха. В яме убили или нет? Что там? Лёха, с меня пример берешь? Попал, 53. Фига себе. Во, вот это код. Давай, Лёха, за замок. Да, ладно, давай по щам, Лёхе. Я так и слышу голос террориста. Да, чё, не вылазьте с респауна, на респауне уже. Чё, уже на респауне какой-то ходил? Ух ты, капрал вышел, прячемся, ребят, прячемся, это капрал. Все расходимся, это капрал, он в банке. Не стреляй через стену, капрал скажет, что ты читер. Не-не-не, ребят, прячемся, это капрал. Не позвольте капралу вас наказать, спрячьтесь. Ой, я слепой, выходи. Обманул. Так я прятался от тебя. Че ты пошел меня искать? А что, ты хочешь забрать ее у меня? Ты завидуешь, что у меня бомба? Ничего. Вот так вот. Мясо бежит, отвлекает. Дэн, это был ваш план? Ты выпускаешь мясного чувака и выходишь следом за ним? Да. А я один-то был. Ух ты, вот это хэдшот. Я заснял. Ходу нельзя стрелять, правила у нас такие. Будьте вежливыми, остановитесь, спросите, все ли хорошо у вашего противника, и только после него стреляйте. Я не могу.
Да, микрофон. На, ты же должен был спросить у меня, перезарядился ли я. Капрал. Сударь, будьте любезны, стрелять только по моей команде. Офигеть, капрал, вы видели, он сделал минус 3. Это первый раз в жизни? Капрал, а если они в ответ будут стрелять? Нормально, нормально, мальчики. Давай, снайпер, в линию станем, снайпер. Двигай. Да и банка тоже. Еще двигай. Да ну! Еще двигай. Как так в полете? Ну, слава, давай. Ну, я... Как прицел включить? Я бы мог, но я просто не захотел. Ну да. Ну что, нормальная отговорка? Банка вышла. Ай-яй-яй, банка, да, много. Дай хедшот поставлю. Капрал, ты в упор остановись, чтобы попасть. Прижимай дуло к моему телу и стреляй. Может, попадешь. Я хочу мастер-класс показать на АВП, но у меня не получается. Во, ну попал. Вот когда я сидел в яме, я через две стенки попал на 26 хп. Ну что за фигня? Да блин. Ну что такое, ребят? Сейчас, я соберусь. Я запомню, где центр экрана, и все нормально будет. Я вообще-то молчал. Не обижайся, когда тебя убивают. Капрал, ты мог бы уже привыкнуть, что ты умираешь. Здорово, ты тоже капрал? Или убивать будешь? Ой, это враг? Я так по радару смотрю, два своих, а, ну понятно. Ну, ты не спросил, готов ли он умереть. Ты невежливый. Ты как капрал. Не...
Мне кажется, после сегодняшней игры капрал это будет оскорбление и ругательство в школе. Капрал, ты хоть ник поменяй. Я только мат один понимаю. Что он там? У него есть смысл какой-то в словах или смысл в том, чтобы матные слова подряд произносить? Смотри, сейчас выйду. Ты мою спину крой, а то мне нож в задницу засунут. Нет, не ты, нож не доставай. Вот так куда с калашом. Стой. Блин. Козел, я тебя зарезать хотел. Вот так всегда. Лезу с ножом я, а получаю в итоге тоже я. Ребята, к вам Денчик идет в спину. Да вы ж так не умеете, как я, хоть посмотрите. Вы так никогда не научитесь, если без АВП будете. А так хоть посмотрите. Ну ладно. Может, мне уже закругляться пора. Спать скоро. Нормально, нормально. Офигеть, это какой-то терминатор. С двух сторон, чувак, ты куда убежал? Давай. Вот так куда. Я, короче, прыгаю, отвлекаю, а ты убиваешь. Я могу еще в воздух самолет позбивать. В стенку стреляю. Я в стенку всего лишь стреляю. Чё тебе не нравится? Да конечно, потому что я в стенку стрелял, а не в тебя. Ой, 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 как тебя зовут? Оп, я подберу. Он твои яйца под потолок вешает. Вот что он вешает. Да норм, чувак. Он все равно не попадает. Пускай играет, чем хочет. Все равно. О, его даже убили. За тобой выехали, капрал. Капрал боится, что если я узнаю город, я за ним выйду.
Ух ты, я еще с респауна не уж вышел, а вы уже бомбу поставили. Да, напиши в общий чат. А ну. Он пишет, стоит. Я играю за двоих. Так нельзя, ты просто еще не знаешь, Сурок, что Капрал обижается, когда его убивают. Это нормально. Все привыкли, что он умирает, но он сам пока нет. Немножко умерли. Мне кажется, у него автоответчик там заел. Так, Капрал, надо просто выехать за тобой. Я не увидел еще раз. Ну как ты, срок-то не ослеп-то, нахуй? А, я ослеп. Очки-то он глаза зашмурил. Я тихонько, я крадущийся тень. Кто? Да я жмурюсь, чтоб не ослепнуть. Уже трое. А я через стенку можно убивать? Просто только что через стенку убил, я плохой. Блин, ну хорошо, когда буду... Ой-ой-ой, минус три. Все это время он сидел там. Ну все, я беру АВП. Надо же... О, мне бомбу дали, я поставлю ее обязательно на кого-нибудь. О боже мой. Я могу свой дать ВК. На ходу не летит в голову, да? Ну, если ты попадешь туда. Ну, просто... Гранаты убил. Пока что еще ты не читер. Ты еще пока не читер. Надо попадать. Просто... Ну, нормальных игроков не попадает, а вот только у читеров попадает. Такая легенда ходит.
банки себе возьмёт. Я тебя сейчас кину. Я просто стрелял. Сейчас раз на расстрел всех. Давайте кружок сделаем любителей ножа. На 9 мая? Ты ветеран КС? Ну хорошо. Ой, извини, это была стенка, я не заметил. О, нормалек, у меня теперь Night Vision есть. Я теперь могу вас расглядывать в зеленом свете. Ну все, типа, я X-Men. Кого? Все, ребят, хорош, победили. Наш ран. Я еще жив. Вижу. Что-то нечестно. Так выходит Рэмбо. Мне аж играть перехотелось, когда меня убили. Зашло. Два на
Блин, я думал не заметишь. Да с тобой больше никто и не будет. Какая разница? Тебе надоело умирать? Ты ж понимаешь, если я уйду, ты все равно будешь умирать. Что-то как-то скучненько стало с вами. Все, последний раунд доиграю и оставлю вас в покое. Yeah, man.